Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A03. И сейчас мы разберемся, как сбросить все параметры на нашем устройстве. Итак, для начала мы переходим в настройки, после чего спускаемся вниз к общим настройкам. Здесь мы снова идем в самый низ и выбираем сброс. Нажимаем сброс всех параметров, сброс настроек. Подтверждаем это графическим ключом, нажимаем сбросить. После чего нашему телефону нужно будет перезагрузиться. После того, как ваш телефон перезагрузится, нужно будет ввести пин-код от вашей сим-карты, если он есть. Потом вводим графический ключ. И на этом все. Все настройки были сброшены. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!